Губернатор Тверской области встретился с депутатами представительных органов местного самоуправления, которых выбрали накануне в единый день голосования 8 сентября. На встрече в ДК «Металлист» речь шла о предстоящей работе на местах и о проектах, на которых надо сосредоточиться в первую очередь. Подробности в сюжете с места событий. В Тверской области в единый день голосования 8 сентября состоялись 33 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов различного уровня. По информации Валентины Дроновой, выборы охватили 26 муниципальных образований, более 60% территории области. На территории области прошли все возможные виды выборов в органы местного самоуправления. И основные, и досрочные, и повторные, и дополнительные. Всего на распределение 286 мандатов претендовало 916 кандидатов. 189 мандатов получили кандидаты выдвинутой партии «Единая Россия», что составляет 66,08% от распределяемых мандатов. 62 мандата получили кандидаты самовыдвиженцы. 19 партий КПРФ, 8 ЛДПР, 7 «Справедливая Россия» и 1 мандат остался партии «Пенсионеров за социальную справедливость». Губернатор на встрече подчеркнул, что народный избранник – это высокое звание и возлагает большую ответственность. Доверие избирателя налагает на вас персональную ответственность за принимаемые решения и динамику развития муниципалитетов нашей Тверской области. Сейчас всем вновь избранным депутатам необходимо подключиться, можно сказать, влиться в уже начатую работу по реализации национальных проектов на территории Тверской области. Губернатор отметил, очень важно, чтобы при поддержке депутатов на местах реализовывались все программы, касающиеся улучшения социальной сферы. Главное направление работы, связанное с повышением уровня жизни граждан, обеспечение стабильного дохода, развитие социальной инфраструктуры, дорог в городах и на селе, детских садов и школ, благоустроенных территорий, качественного здравоохранения. Есть такая старая поговорка, на которой мы все выросли, она называется «Где лад, там и клад». Прежде всего, задача депутатов – это, еще раз хотел бы сказать, командная работа не в личных интересах каждого, а в интересах муниципального образования. Это укрепление налоговой базы, это привлечение инвесторов. Когда местная власть является гостеприимной, добродушной, то люди, конечно, в такой территории хотели бы работать. И работа идет дружно. На избирательные участки в единый день голосования пришли более 100 тысяч избирателей. Явка составила около 27%. Отметим, что в избирательную комиссию Тверской области от участников не поступило ни одной жалобы, ставящей под сомнение результаты состоявшихся выборов, что говорит в первую очередь о повышении уровня политической культуры, подытожил губернатор Тверской области Игорь Рудыня.